Господи, это какой-то... Всем привет, меня зовут Алиса, и я веду телеграм-канал «Наука Гора». В этом видео я расскажу, как сделать орудие для пытки из сосисок. То, что мы сейчас покажем, мы подсмотрели на канале Visos, где идет сейчас сериал «Майнфилд», посвященный различным эффектам в мозге, как наше сознание нами управляет. Нужна пачка сосисок. Половину сосисок мы отвариваем в кипятке. Вторую половину сосисок мы положили в морозилку. Разрезаем все сосиски пополам. Дальше мы выкладываем сосиски горячие. Половинка холодная. Половинка горячая. Половинка холодная. Таким образом мы выложили. Руками это вообще как бы без проблем. То есть приятный холодок. Честно, немного волнуюсь, потому что обещали адскую бодкой. Ну, что же. Оттягивать. Попробую. Черт. О, Господи, это какой-то кошмар. Нет, самое обидное, даже не следа. Очень-очень-очень сильное жжение. Такое ощущение, что... Нет, если честно, держать это вообще невозможно. Ощущение, не знаю, раскаленного уголька. Или вот как бывает, когда случайно вытаскиваешь что-нибудь из духовки, пирог, и рукой заденешь... гриль сверху. Вот примерно такие же ощущения, при этом нету ни следов, то есть даже легкого покраснения нет. И ну вот так-то вообще как бы тепло, но не горячо. Ладно. Нет, что ты... Нет. Черт, это слишком, извините. Из-за того, что одна половина сосисок очень холодная, а другая горячая, рецепторы собирают сигнал, дальше передают их в мозг. Мозг не знает, что думает, то ли горячо, то ли холодно. И в результате от этого диссонанса мы испытываем адскую боль. В общем, как и советовал Майкл, повторите дома.